Это блюдо наверняка удивит ваших близких и гостей не только своим аппетитным видом, но и вкусом. Сам процесс нельзя назвать сложным, да и займет он около получаса. Рекомендую рецепт взять на заметку. Перед вами пошаговая инструкция, как приготовить праздничный закусочный рулет из лосося со шпинатом и крем-сыром. Сделать его лучше заранее, так как минимум 2-3 часа он должен провести в холодильнике перед подачей. Нежная, аппетитная закуска чудесно разнообразит ваше меню. 1. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Первым делом включите духовку и разогрейте ее до 190 градусов. 2. Шпинат разморозьте, удобно делать это в микроволновке. Отожмите лишнюю жидкость, если есть. Взбейте яйца, добавьте шпинат, тертый сыр, соль и перец. Вылейте полученную массу на противень, застеленный пергаментом. Отправьте в духовку минут на 12. 3. Остывший омлет смажьте крем-сыром, распределите рыбку. Можно сбрызнуть соком лимона. 4. Аккуратно сверните плотным рулет и заверните его в пищевую пленку. Уберите в холодильник и оставьте на пару часов, лучше всего на ночь. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.